Благополучно закончилась история гренландского кита, который сел на мель в устье реки на Дальнем Востоке. За его судьбой больше суток в напряжении следила вся страна. 30-тонный детеныш, который сел на мель и фактически оказался в ловушке, все-таки набрался сил и во время прилива ушел в море. Его спасение превратилось в настоящую спецоперацию. Почти сутки кит пролежал на мелководье посреди реки. Не развернуться назад в море, не двинуться вперед на озерную гладь он не мог. Пытаясь выбраться, животное сильно поранилась о камни. Все это время сотрудники национального парка Шантарские острова поливали его водой из противопожарных помп. К счастью, ночью начался сильный прилив. В полной темноте и тумане кит смог освободиться. После того, как его полностью накрыла вода, он подплыл к лодке спасателей, будто прощаясь, потом сильно махнул хвостом и ушел в сторону моря. Эмоции не смог сдержать российский министр природы Сергей Донской. Ситуацию он контролировал лично. На своей странице в Facebook он написал: «Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель. Он ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будем следить дальше, кита спасли». Предполагается, что в устье реки, вытекающей из озера Большое, морское животное загнала стая касаток.